Основное правило диеты – один день, один цвет. Запретов нет, кроме как сочетать продукты разного оттенка. Из приведенного на день списка ты можешь готовить что угодно, только старайся использовать меньше масла. Да, и еще порядок дней менять не следует. Начали? Это самый углеводный день, поэтому старайся ограничивать порции и питаться дробно. 5-6 раз в день, но понемногу. Красные фрукты и овощи содержат наибольшее количество антиоксидантов. А томаты – еще и ликопин, который борется с возникновением злокачественных клеток. Это свободный в плане порции день, ешь сколько хочешь. Перечисленные овощи богаты калием и магнием, а значит, полезны для сердца и сосудов, стабилизируют работу нервной системы и содержат совсем небольшое количество калорий. Порции не ограничены. Богатые каротином оранжевые продукты пойдут на пользу твоей коже и волосам. Оптимальный режим – 4-5 приемов пищи в день. День разгрузки почек – ты сбросишь вес за счет ухода лишней жидкости, а организм очистится от токсичных веществ. В этих продуктах много витаминов, которые активизируют работу эндокринных желез и являются мощным антиоксидантом. Разгрузочный – можно пить воду в любом количестве, если совсем голодать не получается. Съешь обезжиренный йогурт или огурец без кожицы. Если ты будешь соблюдать диету неделю, от вес составит от 2 до 4 килограммов. Нужно сбросить больше. Повтори курс еще раз, ты можешь сбросить до 7 килограммов. Держать диету дольше 14 дней врачи настоятельно не рекомендуют.